Выгодная поездка 20 мая стартует продажа единого проездного «Забота» на июнь, поездка по которому будет доступна по Вологде и всему Вологодскому району. Напомним, эта услуга была введена в мае для удобства дачников. Где и в какие сроки можно приобрести единый проездной, расскажет Мария Поздеева. Пожалуйста, на июнь когда будут проездные продаваться? Еще только с середины мая вологжане уже интересуются, когда единый проездной «Забота» вновь поступит в продажу. Елена Воротынцева на дачу ездит несколько раз в неделю, да и по городу приходится часто перемещаться. Потому появлению льготного билета была очень рада. Замечательно просто. И по городу, и удобно, хорошо, в любое время. И 900 рублей на целый месяц выходит приличная экономия, когда, как по обычным билетам, скажем, до Федотова или Надеева, вологжане эти деньги потратили бы за неделю. Ощущают выгоду не только жители Вологды, но и Вологодского района, все держатели именной карты «Забота». Тамара Брежнева живет в Федотово, но в областной центр наведывается почти каждый день. Часто приходится сюда ездить. Так что и к врачам приходится ездить. Это очень удобно, конечно, нормально. Хорошо, что дальше продолжалось, эти проездные давали. И продавать будут, ведь единый проездной действует в течение всего дачного сезона с мая по октябрь. Очередная продажа билетов уже на июнь начнется 20 мая в кассах автовокзала. Как и прежде, единый проездной будет стоить 900 рублей. И можно будет воспользоваться на городских маршрутах ПТП-1, Вологда, Электротранса и пригородных маршрутах, которые как раз и идут в сторону дачных кооперативов. Такой вариант уже оценили тысячи вологжан. Вообще, единый проездной, он был введен не первый раз, да, ранее действовал единый именной льготный проездной билет. После его отмены, значит, на летний сезон ежегодно вводился общий проездной на город и пригород. Стоимость проездного, она в принципе окупается за несколько поездок куда-то на даче или что-то еще. Продолжает действовать и обычный проездной «Забота» за 550 рублей. Его владелец может пользоваться автобусами ПТП-1 и троллейбусами, то есть городским транспортом. Приобрести такой проездной можно в отделениях Почты России в справочном центре на улице Пушкинская, 15. Мария Поздеева, Максим Дышковец, Вологда-Портал.